Мои хорошие, всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля, сегодня начинаем с вами новый влог. Спасибо, что зашли ко мне. Девочки, сегодня Антошка сходил на прием, уже сейчас мне позвонил, что его выписали. Я прям вот действие антибиотика увидела, девочки, сразу, потому что я его в первый день уколола, уже вечером не было у него температуры, слава богу, и пошли улучшения по поводу кашля. Вот, сегодня уже, получается, сколько, 5 дней ему проколола, и прям реально лучше. Там есть, конечно, остаточный кашель, но он минимальный, и все. Антон говорит, я уже не могу сидеть дома. Я, говорит, сам попросился, говорит, выписали. Ладно. Слава богу, выписали, слава богу, ему лучше, это самое главное. Кирюшка, девочки, ходит также со слезами, с криками, с истерикой. Мама, не хочу домой, сегодня вообще выходили из дома, ой, вернее, не хочу в сад, сегодня выходили из дома, только стояли около лифта, и говорит, мама, говорит, я хочу домой, я говорю, сын, мы еще из дома даже не вышли, а он уже так, но как есть. Вот, вчера единственное, девочки, мы пришли в группу, прям не в группу, когда еще переодевала его, там было прям много родителей, детей переодевали, и как раз таки это была девочка, с которой он играл около дома, Рита, вот, и он, ой, я буду с ней играть, и все, и он прям так спокойно, девочки, ушел, все, мам, иди, говорит, на работу, иди, и все. Ну, короче, сегодня так, к сожалению, не получилось. Сегодня были сопли, слюни. Не хочу, протест конкретный. Вот, поэтому, ну, не знаю. Я не знаю, что его не устраивает, не знаю, что ему не нравится, но что-то не нравится. Вот, а сейчас, девочки, мы с Антоном решили сходить посмотреть спальный гарнитур, точнее, как. Антон хочет уже прям сразу купить, а я хочу только посмотреть. Как получится, не знаю, но надо все равно, конечно, выбирать, и хочется уже и в своей комнате быть. Тем более родители приедут вот на праздничные дни, на Новый год, и как бы спать надо, чтобы было всем где. Вот, до Нового года в любом случае нужно нам взять спальный гарнитур, поэтому пойдем пока посмотрим, пока Антон здесь, пока есть возможность походить вдвоем, чтобы Кирюха не отвлекал, поэтому поехали вы, конечно же, с нами. Мы пришли опять сюда. Вот. Не нравится тебе такой диван? Пока то, чего нам надо. На диваны сразу можно посмотреть. Что ты прям сразу так? А так не смотрели на сайт? Смотрели. Я уже и не помню, как она называется, если что? Честно. Что ну, что-то интересненькое. Есть мягкие? Че он ты ж? А тебе такой вариант не нравится? Что? Знаешь, что я об этом думаю. Ну тебе вот 4 доски поставь и все. Да. А я не хочу 4 доски. Я вот такое не хочу. Надо что-то объединить. Давайте, знаете, какую я покажу новинку? Пойдемте. Вот это вы смотрели на сайт? Там смешение двух стилей. Сейчас я покажу. Ничего это не будет. Ну что? Ты совсем прям хочешь серое просто? Хочу интересно. А что вот мне интересно? А что интересно в 4 досках? 17 век. 17 век вам, пожалуйста. А, тут вешать. Арго. Ой, господи, простите. Ну, это понятно. А что, тут только вешать, что ли, с двух сторон? Снизу полки. Александрина. Надо посмотреть, тут еще пятидверный есть шкаф. Может быть, в пятидверном еще будут полочки такие. Да ему не нравится. Вот мне вот такое интересное ему. Ну, понятно. Сейчас я вам скажу. Ему вот такого что-то он плана смотрел. Ну, понравилось. Ну, цвет интересный, и все. В смысле? Что интересного? А вот это вот золото, вот оно тебе глаз. Интересно. Чего тебе интересно? Да что, что вкусно? А у тебя есть, да? Есть. Самое главное выбрать спальню и не поругаться. Вот что интересного. Глаз режет.
Что режет? Вот это вот твое. А это? А это нет. Приятный мягкий цвет. Нет, не буду я смотреть сама. Потому что это не только меня касается. Нет, хочешь, бери. Хочешь, бери, оформляй. Я платить не буду за него. Потому что, ну, это дурдом. Вот хотя бы вот это вот, смотри. Красиво. Темненькая такая, правда. Ну, ладно. Оно хоть красивое. Я хочу с подъемным, он против. А это с подъемным стоит? Это с подъемным. А можно ее поднять? Угу. Ну, смотрите, сколько места. Ну, если да, если подушки, вещи, это да. Все. Две стойки от Калины стоят за 12 косарей. О, как все сложно. Ну, не знаю. Можно составить, можно угол сделать в ловушке. Могу нарисовать 3D. А это получается по чисто полке. А какой вы еще вариант показывали? Ну, не захочет светлое. Светлое не хотите? Вот смотрите, нету вот этого ничего, ни вензелей, ни золота, ничего. Вот современное. Я тебе не говорю, да, вот это вот. Комплекс Бога просто. Вот этого не было. Комплекса Бога? Да. Здесь нет. Вот я поэтому поняла, что в принципе золотая середина. Вообще красивая кровать. Да, и кровать, неплохо. И спальня вообще просто. Вот. Неплохо. Люди а еще вариантов фотографии есть, нет? Ее? Да. Так, вот кровать с тумбочками. Ларина. Ну а вот этот комплект он сколько? Шкаф трех-четырехдверный. Ну, я не знаю. С трехдверным будет комплект стоить 79 999. Это вот как стоит, да? Да, да. А, нет, смотрите, вот здесь как стоит, вот 79 999, вот тут есть туалетный столик. Видите, с туалетным столиком. Две тумбы, кровать на ножках. Видите? Трехдверный шкаф, туалетный столик 79 999. Как вы стоите, я сейчас посчитаю отдельно. Если там, видите, комода нет еще. Плюс, если плюс комод. Ну, это нужен. Вопрос еще, если он нужен. А, комод, да, ну, я поняла. Для вещей, да. Это вот такой вариант. А трехдверный он шкаф, он сколько шириной? Угу. 1,50 м, наверное. Антошка, что подобрать? Пол компьютера. Ну, а темный, что-нибудь сложность подобрать? Цвет венги, как и саном распространенный. Цвет. Мне кажется, это будет не проблема подобрать. Мне понравится, я не против. Но что телескопические направляющие, так же, как и на кухнях стоят вот эти вот телескопы. Угу. То есть не выпадают, ничего не случается. Это хороший фронтон. Понятно, что это вот так вот не похоже. Я тебя жду. Я вот этот вариант мне больше нравится, чем вот тот. И реально выглядит как ДСП, простите, конечно, меня. Вот это? А это да. ДСП. Оно прямо все выглядит очень здесь дешево. Вот эти накладки и все крышки. И смотрите, пока нет острых углов, угу. Все скругленное, за счет этого она и дороже смотрится. И еще плюс вот эти... Ну вот иди посмотри варианты шкафа. Но я так думаю, что с одной стороны... Антош, с одной стороны... Подожди, с одной стороны можно поставить вот этот, допустим, шкаф, и вот рядом у нас влезет так вот. Также рядом поставить... И в 12 просто, допустим, если был бы с той стороны, в четырехстворчатом, еще бы полки. Вот зачем? Потому что там получается... Там три, получается, и сердце большое, да? Вот... Иди, покажет тебе. Прям цвет очень классный. Так вот, мне прям понравилось. Это что-то интереснее. Вот так вот прям. Ну, цвет не так черным передает. А это, ну, вообще не. Я так не хочу. Мне не нравится вот это вот ДСП. Цветовая гамма. Да. Ну, если не нравится, тогда и не
Ну что? Я ничего делаю, сама смотри, что хочешь. Ты меня вообще не слушаешь? Ну в смысле я тебя не слушаю? Да. Ты говоришь, что тебе не нравится, я говорю, что мне не нравится. Как-то общий компромисс найти. Компромисс. Ну так, а не нравится? Я так уж показываю, то есть. Че? Я тебя слушаю. Я твое мнение жду. Ну, это а-ля 90-е. Вот 90-е вот серванты такие были, стенки польские, да? Не. Ну, возможно, но здесь фасады тоже МДФ, не ДСП, то есть очень хорошее качество, и сама по себе она. Но нет прям вот таких уж прям сильных вензелей все равно. Она более такая сдержанная спальня. Классическая, но сдержанная. Мне нравится. Я за минимализм вообще. Все, дальше. Мне нравится все квадратное. А, все четкое. Все попроще. Четкое, да. А. Квадратный, вот ту белую я вам в конце показала, которая... Принципе... Нет, ну вот это вот, да, тоже. Или, вот, или Токио, вот это, вот Токио, это, да. Она вроде бы чуть есть. Антон не хочет светлую. Не хочет белую. Но она у нас светлые обои, и вот прям... А солнечная все равно считается? Да. Ну тогда считается, темная, да, будет, хорошо. Правда, вся пыль будет видно сразу. Или полируй сразу, чтобы купить, или просто не... Давайте так, посмотрим, да, накинем, сколько это выйдет. Красиво, конечно. Я думаю, что надо подумать дома. Все посмотреть. Ну да. С подъемным механизмом. Твоя красивая, конечно. Не шкаф купе, сверху полка, снизу нет полок. Тихо. Эта сторона чисто полки. Ну что, девочки, мы дома, как видите. Вот выбрали, в принципе, нам обоим все нравится. Единственное, мы хотим приблизительно накинуть, где что будет стоять. Вот, чтобы понимать, что для чего и куда, что надо точно, а что не надо. Вопрос встает, не знаю, по поводу комода. В принципе, вот как по мне, он нужен. Но вот неохота заставлять комнату. Комната, в принципе, ну, не маленькая, но неохота ее перегружать, поэтому сейчас мы все приблизительно расставим. Размер у нас всего есть, поэтому есть время. Мы хотим этим воспользоваться. И это вещи родителей. Естественно, купится сюда мебель, они переедут в свою комнату. Я их там разложу по шкафам, все поубираю. Вот. Но для этого надо сюда купить мебель. Поэтому давайте. Я надеюсь, вам будет это интересно. Вам будет с нами поучаствовать. Такой некий кайф. Давайте, будем мерить. Давай еще шкаф. Два. Высота метр 40, кстати. Высота 1,40 м. Я высоту тоже выписала. Надо все было, блин. Ну, 2, 590 и 140 высота. Глубина 590. Все выписала. Ширина сколько? 2. Я же говорю, что 2. Это к стенке, давай к стенке. Чтобы понимать. Ну прям чутенько в чутеньку, да? Ну оно прям чуть-чуть не станет. А вон. А высоту давай померяем. Высота шкафа 2,140 м. Скажи, я не 2,140 м. Что ты, 2,140 м? Да? Ну что, думаешь, что муж? Ну ладно, пойдем, 590 глубина. Это все роли нам особо не играет? Все деньги, да, смысле, скучно? Все деньги, ну где-то так. Нет, что-то с притиком, разве это на плинтуса заезжает? Ну, короче, где-то вот так. Ну, нормально. А что-нибудь положим. Что-нибудь положим, что-нибудь. Слушай, давайте. Вот эти достану. Кого? Кого? Вешалки. Где-то вот так вот оно такое. Ну, у нас 3 метра, 3 метра, 3 метра, 3 метра.
хочешь дальше? А кровать куда хочешь? Слушай, а что? А я вот не пойму, а что нам если вот так кровать поставить? А ты как хотел? Вот сюда, вот так. А то есть ты хочешь сюда головой? Да. А? Если вот так вот мы ее поставим. А зачем? М? У нас место с тобой большое. А тебе кажется, разница? Есть разница. Ну, посмотри сейчас. Что считаем? Тумбу. Вот здесь заканчивается. Комод куда комод? Тумбу, давай рассчитаем. Тумбочка, тумбочка. Твоя тумбочка, которая 550. Еще не надо. Все пять. Что, тебе это давать? Ну да. А ты там с той стороны будет не тумбочка стоять, а мой столик. Тумбочка у тебя там с той стороны кровать стоит. И что это за порно будет? В смысле? Это порно будет. Почему порно? Потому что порно это будет. Тумбочка у вас одна. Сама делать все. Я вот это вот не понимаю. Я думал, будет тумбочка, кровать, комод стоять. А комод ты куда хочешь ставить? Я вот этого не пойму. Да поэтому и спрашивают. Тумбочка, кровать, комод. Так мы с тобой обсуждали. Я не знаю, куда ты столик собираешь. Я хотела сюда в окно, как мы ставить. Мы с тобой говорили, тумбочка, кровать, комод. Правильно? Правильно. Ты кричишь. Так можно не кричать? Да ничего. Чего меряем? Тогда говори уже, я не знаю, что. То это столик 1030. Ну ты куда так сейчас зай? А куда? Ну он же вот так впритык не станет, он будет где-то вот отсюда стоять, не забывай, что здесь еще шторы будут. Вот. Так? На пол, давай на пол, а? Давай. Метр 60. Иди. Тумбочка, 550. А вот. А тумбочка? Да нахрен она тогда не нужна. Тогда там тумбочки не будет, будет комод. Ну, пусть будет комод. А это у тебя все вот так вот под одной стенки будет. Антон, ну можно эту кровать поставить сюда, какая разница? Давай. Метр 50. Не метр 50. 1050. 1005. Ну, вот так говорит. Дальше. Вот и дальше. Вот и для комод. Ну, ты что-то прям с кровати спит и поставил. Вопрос, он нужен тогда здесь или комод? Где его по-любому вплотную кровать ставить? У тебя двери распашонки. Вот сюда он встанет, да? Вот прям. Опять он... Розетку такую. Ну выясни, ничего страшного. Удлинители на него поставят сверху. Вот. А вот телефон заряжают, допустим, тот же самый. А здесь купили? Здесь телевизор, видеобокс. А? Да не влазит туда стол компьютером. А ширина сколько? Два. Чего не влазит туда в угол? Как такой ты хотел? Стой? Может и такой же? А вот тут зеркало держит? Да. Что? Ну дурдом. Потому что это дурдом. Потому что это дурдом. Ну не сними, чего дурдом? Ну у тебя вот так вот все будет, я фиг его знает. Но я такого не вижу. Антон, я тебе и говорю, давай решим, как что будем ставить. Надо как-то по комнате разбирать. Ну давай. Все. А у тебя оно вот так вот все как-то стоит. Непонятно. А по-другому не поставить. Ну все, на том и порешай. Что на том и порешай? Что нам тумбочка приколота нафиг не нужна. А ты что этот не по ней устал? В смысле, стол? Себе, компьютерный. А что мерить, если он там встал, то он зеркально так же станет. Ты вот стенку хочешь поставить? А как? Я у тебя спрашиваю. Так же вот он ставит этот стол, и этот. Тут два стола одинаковые. А ты хотел тебя сюда поставить кровать? Давай сюда поставить. Это не получится. Это уже по месту надо смотреть. Ну что, мои хорошие, я уже пошла за Кирюхой. Если честно, вот реально был сегодня такой день, что выбрать спальню и не поругаться с мужем. А Антошка, конечно, как он сказал, я прошел, говорит, три стадии. Первая стадия – это стадия злости, какой-то вот такой, знаете, непонимание, говорит, за что такие деньги? Вторая стадия у него была уже смирение, как он мне сказал. Вот, а третья стадия у него уже наступила, говорит, я ее хочу, да побыстрее, я уже хочу, говорит, ее собирать, ставить в спальню, вот, не знаю, вроде бы мы так посчитали, посмотрели, получается, прикроватные тумбочки у нас ушли на нет, не хочется как бы все заставлять, вроде бы мы пришли к единому мнению, что и как, осталось ее заказать, и все.
вроде бы даже, знаете, спрашиваю, может, что-то другое посмотрим. Он уже даже девочки и смотреть ничего другого не хочет. Да, вроде остановились. Я надеюсь, девочки. Все, пошла, заберу Кирюху. Еще, кстати, поставила хлеб печься. Потому что мне вчера сын сказал, что мама, невкусный хлеб. Я купила какой-то хлеб, невкусный хлеб, даже есть его не стал. Думаю, ладно, спеку, только поставила, не как раньше ставила в эту мультиварку, а просто уже в духовую печь. Оставила ее на Антона, я надеюсь, он ее не спалит, и получится вкусным, хорошим хлебушком. Вот, ладненько, побежала за Кирюхой. Рисовали в садике сегодня. Цветные клубочки. Классно? Класс! Привет! Ух ты! Привет! Что это там? Все? А что игрушки раскиданы? Сынок. Играете? Здрасте! Чего? Я сейчас обхожу, дядя. А ты меня ждешь? Ты будешь играть и тебя ждать? Да. Да? Да. Ну иди играй. Моя мама обещает. Давай только чуть-чуть, ладно? Урана. Нормально. Где-то. Вот такой вот классненький хлебушек получился. Я его прям смазала яйцом. Так прям хорошо, так знаете. Пропекся такой прям мягкий, девочки. Эх, дно хорошее. Вот. Сейчас будут кушать, будут пробовать, но прям на мягкость супер. Мы уже второй вечер подряд занимаемся вот такие вот солитер вот такой. Вчера Кирюшка достал, давай попробуем. И у нас прям получается заниматься вот по этим карточкам. Вот они у нас лежат. Кирюшка как раз ставит палочки. Что, а подожди, а карточку? Давай карточку ставь, бери карточку. И все карточки он прям вчера за вечер, вот как сели, начал делать. Давай. Нет, давай, надо правильно снизу. Смотри, это как, что это? Овал. Давай вот так правильно поставим, чтобы мы видели, что у нас здесь. Это что это такое? Это что ты балуешься мне тут? Не надо доку. Не надо, что, уколы надо? Мне надо проделать, не будет у меня укол здесь. Ну правильно, доктор тебе не делает, делает укол у тебя обычно мама же. Да? Доктор назначает, мама делает. Ага, не надо нам доктора. Фу. Так, смотри, что у нас здесь? Какой цвет? Нет, это желтый, это не то. А у нас смотри, что здесь. Ну ладно, давай вот с третьей. Вот она. Квадрат. Какого цвета? Скажешь, какого цвета? Я же не знаю. Желтый. Ну, давай, что там дальше? Смотри тут. Это что? Нет, неправильно. Кирилл, не туда. Ну, неправильно же. Да, папа нам вчера делал, да, его? Он плохо заходил, и прям он тут сделал, хорошо заходит. Смотри, что здесь? Ну-ка, что это? Открыть. Какого цвета? Зеленый. Вот, давай. Давай, крестик сюда. А это что? Квадрат. Ромб. Ромб. А какого цвета? Желтый. Молодец, давай. Я его покупала в прошлом, по-моему, году, или даже еще раньше. Что? А я еще делала конфеты. Сережка, давай мы сейчас вот это сделаем, а потом, ладно? Ну-ка смотри, здесь это. Что у нас? Во второй палочке, смотри. Пятиугольник, да? Да. Какого цвета? Синий. Ну, давай. Правильно, давай. И вот так вот располагаем. Причем с другой стороны совершенно по-другому. Вариантов очень много. А так, хей, нет, смотри, раз. Вот. Нет, не крестик. Смотри, вот мы, ты пропустил. Кирюш, поставь назад. Вот она. Он третий, а мы делаем второй. Ну, спорит-то. Неправильно, смотри. Он ниже, чем надо. Давай, снимай. Как? Что там нам надо? Ну-ка, посмотри. Какой цвет? И что это? Что это? Треугольник. Вот, треугольник. Какого цвета?
Зеленый. Вот, правильно. И вот здесь как раз изучаешь фигурки, цвета. И так вот с ним занимаемся. Нет, смотри, правильно, Кирюшка. Ну, неправильно.